для Липецка пожелание на выборы, которые будут 19 сентября? Ну, пожелание одно – голосовать за ЛДПР и забрать завод у Лисина, Новолипецкий. Этот завод принадлежит гражданам Липецка. Его строили, у него огромные доходы. Он, второй, по-моему, по богатству второй или третий. С какой стати? Тарелочки летающие постреливают. Это недопустимо. И у Мордашова отобрать завод в Череповце. У всех забрать эти мощнейшие предприятия. И деньги будут здесь. И в пять раз будут лучше жить наши граждане. И мы это сделаем в марте 24 года, когда я смогу въехать в Кремль вот за вашей спиной. И многих липецких посадим, включая Королева, бывшего губернатора, включая этого председателя ЗАГС Собрания области Путилин. Вот. Королев Путилин должны в тюрьме сидеть. Королев сенатор, Путилин все еще председатель ЗАГС Собрания. И наш там Халиманчук тоже украл у нас на миллионы рублей атрибутику. 4 года не можем посадить. Какой ВКЧП, вот кругом жилье и бандиты.